И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Vitly Games. Сегодня мы продолжаем третью часть нашей игры Тачки. Ну что ж, поехали. Задание отдела спецотдела Гудоук. Ну что ж, давай. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем приключения в игре Тачки. Это третья серия. У нас открыт уровень доступа 1, 2, 3. Так, во втором мы... Нет, мы во втором еще не все прошли. Вот, захват. Давайте начнем. Чудесам нет конца. Так? Я бы рассказал об... Я все. Давайте молнией Маквин. Настоящий. Эй, сколько ты уже стоишь? Не будем нарушать традиции. Так, что нам нужно сделать? Какой-то новый режим игры. Юху! Поехали. За выведенную из строя машину дается дополнительное время. Начат выпуск машин противника. Цель уничтожена. Юху, нифига. К этому никак не привык. Прости, друг! Получили пулемет. Ракета в загоне! Все попали. Дай автодрель. К этому никак не привык. К чау, получи. Черт. Надеюсь, ты тут... Цель уничтожен. Хочешь, чтоб тебя раздавили? Вот за что меня зовут молния! Ракета мёд. Цель уничтожен. Юху, золото мы выиграли. Ты что? Цель уничтожена. Юху. Бутылковый лазер. 49 попаданий. Выиграли, продолжаем нашу приключенческую игру. Уровень доступа 3 также. Новая машина. Еще новая машина. Продолжим. Йо-хоу. После того, как была применена спутниковая бомба, нажмите F2, чтобы осуществить подрыв.
Уху. Походу мы на этой трассе уже играли. У меня нет новенькой трассы. За каждую выведенную из строя машину дается дополнительное время. Начат выпуск машин противника. О, сам себя выбил. К этому никак не привык. Получены пулеметы. Фух, прикольная музыка. О, да, держи, держи, получай. Получены пулеметы. Что-то нам досталось конкретно. Получен пулемет. Цель уничтожена. Получен пулемет. Давайте, давайте. К этому никак вот не черт. Получены пулеметы. Сумасшедшие люди. Ой, машина. Сумасшедшие вообще. Йо-хоу, мы выиграли золото. Йоу, 55 попаданий. Ну, просто победители, молния Маккуин. One forever. Продолжим уже. Замечательные гонки. Смотрите канал Whitley Games. Это только третья серия. Фу, что это? Дрифт? Сумасшедший японец. Или кто он там? А, нельзя сбивать, что ли, или чё? Ой, к этому никак не привык. Чё? А, просто нужно выиграть. Спутниковый лазер. Чё, я вперёд? Меня так легко не остановить. К этому никак не привык. Меня зовут
Все, погнали. А ну стой! Я все... никак не привык. Все понятно, кто это. Внимание! Погнали, 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 четвертое место. Ё-моё. Это собака. Да пошли нахер. Слушай, ты еще медленнее, чем Лиги. Заряд по кухне. Вернитесь в строй, солдат. Готов обгонять. Внимание, Лиги оружие высокого уровня. Да суки. Ой, извините. Ура! Ты чё произошло-то? Внимание! В игре оружие высокого уровня. Да что за... Суки! Внимание! В игре оружие высокого уровня. Это невозможно ехать вообще. Не совсем ваш план, МакМиссл. Знаешь, все-таки гонки — занятия для профессионалов. Йоу, первое место. Это была вообще жестокая борьба. Продолжим наше приключение. Завоевывать первые места. Симпатии зрителей. Токио, битва за аэропорт. Добро пожаловать в режим охоты. Задача в кратчайшее время уничтожить врагов. Осталось 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Время. Сближение с противником. Где этот противник?
следуй! Критические повреждения. Вот черт, а. Сумасшедшие люди. Сделали эту игру. Осталось 10 секунд. Что-то мы расслабились. 4, 3, 2, 1. Время. Вот черт. Надо еще 100 очков набрать. Где? Сближение с противником. Готов обгонять! Привет, пока! Yeah! Так тебе! Уничтожать-то где? 5, 4, 3, 2, 1. Время. Где они опять? Сближение с противником. Выиграли золото. Че, еще одна волна? Цели опознаны. Грэм и Эйсер. Давно выиграли золото. Скорица!
Оу. Нас уничтожили. Вперед! Осталось 10 секунд. 5. 4. 3. 2. 1. 1. Время. Все, там выиграли. 425 еще. Золото. Вот так вот. Продолжим нашу замечательную игру. Мы скоро уровень доступа 4 откроем. Так, новые тачки. Так, что у нас дальше? Включение щита. Чтобы выдержать атаку профессора Цундапа, следите за энергией щита. Научился ездить и думаешь, все дозволено. Это важно. Тебе нравится моя иголочка? Что же ты так назойлив? Получены пулеметы. Что? Нечестно! Как ты смеешь? Как тебе мое чудо-оружие? Нет, не может быть! Как тебе удается? Ракета мёд. Слишком легко справляешься. Перестань. Так, мы... Тебе нравится моя иголушка? Ракета мёд. Что же ты так настроил? Увеличение энергии щита. Ты слишком легко справляешься. Перестань. К этому никак не привыкнуть. Спецвозможности. Лови сувенир. Тебе понравится. Получены пулеметы. Внимание! Энергия щита на исходе. Что же ты так? Ого! Я делаю военную карьеру! Йо-ху! Чё, мы выиграли? Да! Стой, глупец! Так, это чё, мы не выиграли, что ли? О, уровень доступа открыт. Ю-ху. Круто. Новые трассы. Новая машина. Nigel Jersey. О, гоночные тачки. Италия. Явились, не запылились. Я не виноват, у него половина цилиндров не пашет. Ну что сказать, погорячился? Да, вот так. Все средства хороши, нам гонку сорвать надо.
За каждую выделенную из строя машину дается дополнительное время. Начат выпуск машин противника. Так, это мало, нужно еще раз. Так, нам дается куча лазеров. Нужно максимально много уничтожить машин. За каждую выведенную из строя машину дается дополнительное время. Начал выпуск машин противника. Цель уничтожена. Цель уничтожена. Спутниковый лазер. Вперед! Привет, пока! Спутниковый лазер. Вот то, что меня зовут Молнией! Так, кого уничтожать-то? Цель уничтожена. Блин. Вперед! Спутниковый лазер. Ну ладно, мы выиграли. Все. Йо-хо, победа, золото. Кто еще на меня? И молния Маккуин победила. Ну и что ж, дорогие друзья, с вами пора прощаться. Увидимся с вами в четвертой серии. Пока-пока.